тепло дошло почти до всех. Только 10% жилых и нежилых помещений Тюменской области еще не подключили к отоплению. Это считается нормальным, поскольку запустить систему не так просто. К концу недели коммунальщики должны завершить работу. Сегодня регион в среднем на 98% готов к сезону горячих батарей. На профилактику сетей и котельных в этом году было потрачено почти 900 миллионов бюджетных рублей. Жилой фонд продолжает подготовку, то есть ничего, тут это абсолютно нормальная плановая работа, то есть процент готовности жилого фонда чуть ниже, вот, но тем не менее, как бы тепло уже получаем, как бы уже услугу оказываем, поэтому все в порядке. Паспортов готовности на данный момент 16 уже выдано из 26, значит, по двум есть предписания, они устраняются в ближайшие сроки, соответственно, мы думаем, что в плановом режиме получим паспорта готовности, так что все абсолютно в плановом режиме.